Большая мужская работа. Да-да, девчонкам это не по силам. Вот ты сама, шить-то умеешь? Да мы с Аней к вам поиграть зашли просто. А вы попозже заходите, наши дети спят пока. Ну, или пусть Аня твоя играет, но тихо. Почему это тихо? Давайте вы разбудите своих детей, и они вместе поиграют громко. Но они только уснули. Это у вас мальчики или девочки? Это у нас близнецы. А почему у них головы перевязаны? Это у них сотрясение мозга случилось. Никудышные из вас родители. За детьми следить надо. А вы тут сидите, чай пьете. Неправда! У нас хорошая семья. Самая лучшая мама на свете. А ты, Ани, даже шить не умеешь. Не бежа. Нас полно вопросов, мы пойдем искать ответы с дочерью.